ребят. Ух, ребят, вот так вот сейчас все выглядит. Я занимаюсь максимально сейчас электрикой. Разбираюсь, что к чему. Проверяю газ, проверяю работоспособность всех систем. Сейчас вот, получается, разобрал вот это. Но здесь уже более-менее я начал понимать. Вот заменил распаечную коробку. Повесил всякие штуки-дрюки. Ну, короче, потихонечку все происходит, потихонечку все делается. Ура, дамы и господа! 4 часа времени потрачено, и тут уже получился щиток. Это уже приемник от солнечных батарей. Распаечная коробка заменена. Здесь заменена розеточка. Теперь вот этот провод мы можем выкинуть. Кто видел видео, помнит, что вот от этой люстры шел провод. Теперь я отремонтировал вот эту розетку, и все замечательно работает. В общем-то, все в процессе, все делается, все двигается. И, конечно, уже разобрался с 12-вольтовой всей движухой. Осталось только собрать. В общем, ребят, движение в автодоме просто полнейшим ходом. Все хорошо, все красиво, скоро поедем в нем путешествовать. Фух, для вас прошла минута, для меня уже третий день идет. Нет, второй день. Полностью готова система 220. А сейчас занимаюсь полной подготовкой именно 12-вольтовой системы, чтобы все работало, чтобы мы могли полностью быть автономными и запитываться от аккумулятора. Сейчас все вам покажу. Итак, как я уже говорил, это у нас приемник солнечных батарей, то есть он принимает от солнца всю движуху и так далее. Здесь у нас щиток, этот 220, здесь еще будут стоять два выключателя, это уже предохранитель, так сказать, на солнечные батареи. Это преобразователь на 2000 ватт, который преобразует из 12 вольт в 220. Здесь я сделал одну хитрость. Здесь, получается, вот эта вот розеточка, она заходит в этот щиток. По сути, это розетка с улицы. Когда есть на улице электричество, запитываюсь вот в эту розетку. Когда электричества нету, я эту вилку выдергиваю и вставляю вот сюда в преобразователь. И у меня получается нормальные 220 вольт. Здесь у нас уже подготавливается, здесь вообще лютый бардак. Я генерал электриков, блин. Вот так вот немножечко заколхозил. Здесь будут предохранители, это 12 вольт. Будет стоять все это дело вот так. И к нему уже будут подходить провода и разводка по всему автодому. Ну и вот это вот приходящий плюс. Сейчас будет такой же приходящий минус. И вот здесь вот мы поставим выключатель массы. Вот такой вот я бюджетненький купил, всего лишь 270 рублей. Здесь у нас все по-прежнему разобрано. Я не знаю почему, ребят, но немцы в 90-х годах ставили преобразователь. Они из 220 делали 12. И по большому счету вот на эти два провода мы сейчас подведем 12 вольт. Хотя, мне кажется, вам не особо это интересно, но я расскажу. Вот сюда вот мы подведем 12 вольт, и, в принципе, система, которая в доме есть, 12-вольтовая, а это вот этот вот вентилятор вытяжки, это подсветка, ну, сейчас 12 вольт нету, вот, подсветка вот этого стола 12-вольтовая, и это помпа для воды, кран вон тот вот, ну и на кухне здесь в раковине такой же. В общем, я думаю, что сейчас буквально пару моментов и щелчок пальцев, вы уже увидите следующую картинку, может быть, пройдет у меня день, а у вас всего лишь несколько секунд. Здесь у нас уже, в принципе, практически все собрано. Такая вот неведомая хренота получилась. Сам не понимаю, как я это собрал. Вот эту часть полностью переделал внутри, переоборудовал. Вывел провод под уличную подсветку, чтобы там была 12-вольтовая. Ну и сейчас момент X. Сейчас будет первый пробный запуск. Так, аккумулятор подключен, клеммы накинуты. Ой, блин, сыкотно. Вдруг сейчас что-нибудь не так пойдет. Да нет, сейчас все будет круто. Выключатель массы. Массу включили. Пока ничего не бомбануло. Это уже хорошо. Но и ничего не горит. Что-то не так. Будем дальше думать. Ух, я чуть было не обгадился. В общем-то, я просто вверх ногами поставил вот эту вот хренотню. Итак, сейчас все опять включено. Пробуем. О-ха! Свет горит. Вытяжка работает. Дальше проверяем. Так,
12-вольтовый свет горит. 220 горит. Здоровье маме. Красотища какая! У-ха! Да вот это я умища, вот это я молодец. Я в шоке от себя. Мокрый, потный, но довольный, охреневший. Чуваки, я прям крайне рад. Я запустил систему автодома, все работает. Ух ты, удивительно. Короче, чуваки, это прекрасно. Это очень круто. Досталось прям, ну, совсем мелочевка. Сделаю 12-вольтовую на пультах. Получается, здесь тоже 12-вольтовая светодиодная лента на пультах. И, да и, наверное, вот здесь вот тоже 12-вольтовая на пульте управления. Кайф! Дело остается за малым. Нужно прикрутить к крыше солнечные панели. Поставить оставшиеся два вот этих вот именно на солнечные панели переключателя-выключателя. И остаточки, я думаю, сегодня уже разведу. А самое смешное, что вы сейчас это смотрите, и вам кажется, что проходят там, ну, минуты какие-то, да, секунды, я не знаю. Я уже снимаю на протяжении, по-моему, 4 или 5 дней. Чего только стоит проложить один провод, это нужно все разобрать, проложить. Потом оказывается, что его не хватает, надо другой проложить. Ставим на крышу рейлинги, как видите. И здесь станет автобокс, потому что в путешествии без автобокса вообще никак. Будет у нас на крыше автобокс, все по красоте. Вот запчасти, сейчас установим. Лезет просто огромная куча всего, там, я не знаю, начиная от удочек, заканчивая лыжами. Короче, вот такая красота. Качественно, очень нравится. Фух, ну а сегодня один из заключительных этапов, замучился уже. Мы вешаем панели. Вот они в самый раз поместились. Ну, прям с децл сзади торчат, но ничего страшного. Короче, все ништяк. Вот они, две панели. Вон от них коробка валяется. Две панели по 150 ватт, которые дадут нам электричество, питание и радость. Ох, кайф. Уже птички поют на улице, и, кстати, тепло. Нравится. Момент X. Панели стоят на крыше. Подключил аккумулятор. Показывает заряд 12,5. Но сейчас панели у нас, получается, отключены. И вот этим вот мы включаем панели. Опа, панели засветились, моргают. Ой, не знаю, что это значит. Судя по всему, друзья, ток пошел. Так, ток идет в аккумулятор. Сейчас прям аккумулятор 12,7. Заряжен на 77%. 76. Блин. Что-то какие-то амперы. Ни хера не понимаю, но очень интересно. Судя по тому, что показывает, типа, батарейки, идет вот это буль-буль-буль, значит, все хорошо. Ух, прошло буквально пару минут, и уже 80%. Заряда аккумулятора, это я не знаю, что кнопка, значит, гель что-то написано. Но я думаю, сейчас инструкцию почитаю, может быть, что-то пойму. Самое, ребят, крутое, то, что все, система вся готова, все работает, и осталось только облагородить. Вот, 80%, кстати, это заряд, вот, 81 уже. То есть, как видите, аккумулятор очень быстро заряжается. Смотрите, какой он огромный. Все ништяк. Короче, систему осталось облагородить. Ну и, конечно же, здесь все убрать. Прибрать весь этот беспредел, весь этот бардак уберем и поедем в пробный выезд. Обязательно приготовим что-нибудь вкусненького, возьмем с собой собачку, познакомим вас с собачкой. Вот 34,2 вольта показывает. Красота. Продемонстрируем работу всей системы. В общем, сейчас заряд идет. Мы вот здесь вот включаем питание, тумблер. То есть это, соответственно, пошел и расход. И хотел похвастаться, вот здесь в спальне установил такую светодиодную ленту. Так вот пультом она хоп. Можно сделать ярче, тусклее. Можно вообще сделать, чтобы еле светило. Ну и можно там всякие моргания, переливания. Не знаю, галлюцинации, в общем, какие-то. Вот как-то так. Ну и сейчас установлю оставшиеся ленты светодиодные, лампочки и так далее. Ох, йоу-йоу-йоу-йоу, прошло несколько дней, сорян за качество, все снимается с руки, все практически готово к выезду. Время 11 вечера, и утром завтрашнего дня, где-то в 11-12 часов утра, мы выезжаем, мы стартуем на первый выезд. А пока я вам покажу сейчас обзорчик, что мы сделали, как все получилось.
Вот такие вот у нас получились цвета. Все беленькое, коричневое. Вот так вот все аккуратненько. Ну, я думаю, что вы сами видите, просто небо и земля по сравнению с тем, что было. Поменяли коврики. Покрасили здесь все. Свет. Получается 12 вольт, 220, вытяжка. Приемник у нас от солнечных панелей. Это 12-вольтовая система предохранителей. Тумблерочки на 220. Это преобразователь напряжения с 12 на 220 на 2000 ватт. И вот такая вот штука. Здесь у нас хранятся всякие провода. Может быть, какой-то дополнительный инструмент. Один у нас выключатель, это 12, и другой 220 вольт. Касаемо спальни, вы уже видели, что здесь все покрашено. Здесь появился вот такой вот пультик и светодиодная лента. Такая же светодиодная лента у нас именно в зоне, где стол. Как в лучших домах Лондона. Ништяк. Очень много проделано работы. Прямо сейчас мы с вами цепляем прицеп и делаем первый пробный выезд. И проверим, испытаем, как ведет себя автодом. Все плюсы, минусы. Но тебе придется совсем чуть-чуть подождать, потому что все это ты увидишь в следующем видео. А сегодня я с тобой прощаюсь. Желаю тебе офигительного настроения, продуктивных дней. В общем, пусть все будет ништяк. А я поехал. Залетай на канал Бомбер Шоу и наблюдай за нашими поездками, за нашим путешествием, в котором мы будем не просто ездить и отдыхать, показывая вам природу и нашу матушку Россию, а мы еще и покажем самый лютый трэш. До встречи!